Ребятки, всем большой привет! Мы сегодня вот в таком красивом месте. Очень ветрено, не знаю, как меня будет слышно. Матвей нас замучил. Уже хочу на море, хочу на море, хочу на море, хочу на море. Мы живем на море, но выбраться на море не так просто. Во-первых, работа. Среди недели точно не получается. Плюс было холодновато еще для моря. Матюш, это папа должен сделать. Папа купил вот такого воздушного змея. Сейчас папа все вещи принесет, потом тебе это сделает. Море, мне кажется, еще очень холодное. Я не знаю, как он туда заходит. Но ветер совсем не летний, я вам хочу сказать. Холодный ветерок такой, прохладный. Матюш! Ты очень далеко заходишь, здесь купайся. Так, посмотрим. Ой, вода не такая уж холодная. Холодная, конечно, но не как зимой-зимой. Дождался наконец-таки. Он у меня каждый день спрашивает: мама, на море? Я ему говорю: море закрыто. У нас теперь это прикол дома, море закрыто. Дай мне, дай, а то потеряешь, дай. Мы вообще сейчас находимся не на пляже, а вдоль моста. Вот это у нас здесь проходит мост. И перед началом мостом и под конец моста сделаны вот такие съезды, где можно просто к водичке спуститься. Здесь вообще сделано как пляж, песком засыпали, классно. Но это не официальный пляж. Моя сладость, дождался. Здесь тепленькая, да, наверное, вот тут. В лягушатничке. Вот я бы не решилась, например, сейчас искупаться. Еще все-таки немножко так прохладненько. Папа даже уточки, по-моему, привез. Сейчас будет рыбку ловить. Расскажи, как ты себя чувствуешь? Все за тебя так переживали, все спрашивали. Тебе лучше уже? Да. Мы вот как его постригли, такой красивый. Подожди, вот так повернись. Постриженный. Похудел, правда, очень сильно. Но ничего, наберет. Все, что за оранжевые губы? Оранжевые? Да. Куда помаду накрасил. Ел что-то, что ли? Да. Но, Матюш, подожди. Иди пока возьми свои самосвалы, пока самосвалами играйся. Копай. Копай песочек. Все, если Матвею что-то в голову взбрело, пока ему это не сделаешь, он не успокоится. Сейчас папа сделает. Когда он уже успел голову намочить? Сегодня такой ветер, этот сейчас змей классно будет летать. Вау! Помочь, подержать как-то. Да, он сейчас будет летать, Матюш. Все, больше ничего не было к нему, никаких прибамбасов. Держишь? А где веревка-то, за которую? Смотри, какой спайдермен. Видел ты? Подожди, нет, дать тебе не надо. Сейчас будет летать. Смотрите, какой ветер. Вот сюда, мне кажется, видишь? Отпускаем. Смотри. Смотри.
за деревья, высоко, обалдеть. Матюш, смотри. Такая благодать вообще, приехать морским воздухом подышать. Жуем тут всякие вкусняшки. Как хорошо они играют. Вау, какая лопата, смотри. Большая. Большая. Окошко. Надо немножко мокрую ее сделать. Иди другим ведром водичку чуть-чуть принеси, она чтобы чуть-чуть мокрая стала. Вон ведь зелененькая, смотри, Матюш. Вон, чуть-чуть водички набери. Ничего, недолго сейчас Матвей придет, разрушитель. Так же надо сделать. Что-то нашел там. Пусть положит сверху аккуратненько. Положи, аккуратно положи. Аккуратно. Молодец. Все. Иди еще найди. Еще. Смотрите, какая яхточка. Так делай. Красотка. Вы представляете, я подмерзла настолько, что пошла в машину за одеялом. Солнышко вот как прячется немножко за облака. Видите, заходит периодически. Так сразу становится так холодно. Прям ветер вообще такой не теплый. Так. О, какой там Васька уже построил замок целый. Очень красиво. Матюш, ты дрожишь весь? Давай я тебя одеялом укрою. Ничего себе замок. Смотри, он трясется весь. Давай тебя переодену, может быть. Девочки, посмотрите, как красиво. Очень красивое небо.
Ой, девочки, умираем тут со смеху. Муж мне говорит: смотри, видишь, я тебя во Францию привез. Я думаю, про что он говорит? Оказывается, вон там, смотрите. Башня. Вау. Кто это тут идет ко мне? Что это? Смотри, он какой грязный. Надо будет его мыть сегодня вместе с тобой. Давай. Но не надо. Сделай маме ножки. Давай, вот так положу. Я вот в одеяле укуталась, сижу. Ну что, какой прогресс у тебя тут? Вау, ничего себе замок Маська построил. Матвей все так и норовит его разрушить. Вокруг да около бегает. No. Нет. No. Нет. Тебе надо вот отсюда начинать, и она будет течь вот туда. Матвей! Вылези оттуда. Вылези. Вау, как клёво. Сними везде. Снимаю я. Ну, вон там тоже. Снимаю. Тёплая вода, Матюш? Вылезай. Я сейчас приехала в Walmart, мне надо купить такой вот бокс. Убираю я свой декор на День Валентина. Вот. Но оказалось, что купила я в этот раз достаточно много, и оно не влезет просто в коробку, в которой оно было до этого. Приехала, чтобы купить другую. Но тут вроде по размеру ничего. Что еще я тут купила? Купила стиралку, 2 сока для Матюши. Так, это полироль для мебели, хумус, масло подсолнечное. Это приправа, пудра из этого, из чеснока. Кинзу взяла. Бананчики, морковку, это что, это лепешки вот эти, питы маленькие, и взяла ананас. Я сейчас там украшала свою кухню, у меня там ананас есть из декора моего. Матвей увидел, говорит, я хочу это кушать. Вот решила купить ему ананас настоящий, покушать. Смотрите, какие клевые диспенсеры для мыла. Вау, ничего себе, какие интересные. Смотрите, там переливается все. Это для детской ванны. Здесь у нас, оказывается, продается целая куча вот этих саше, которые вешаешь в шифонер. И они потом, вещи вкусно пахнут. Я даже не знала, что в Walmart есть. Я обычно их ищу в других магазинах.
Здесь, оказывается, целая вереница. Вот так, когда не знаешь, натыкаешься. А если будешь специально искать, в жизни ничего не будет. Вот этот классный, такой нежный. Возьму два. Такой и такой. Матвей меня строго-настрого наказал, чтобы я ему купила игрушку. Он теперь фиг с пустыми руками придешь домой. Надо сейчас чем-то какую-нибудь безделушку ему возьму. О, что это за яйца такие. Вот такой у нас декор на Пасху продается. Ой, какой прикольный. Такой шершавенький. Какой приятный на ощупь, девочки, вы не представляете. Надо сейчас покупать, пока до Пасхи 2 месяца еще. То потом точно ничего не будет. Смотрите, веночки на дверь какие красивые. У меня есть венок с яичками, который я вешаю каждый год. Зайки всякие. Яички. Что-то уже мало. Полки, в принципе, пустые. Мне кажется, они уже все здесь раскупили. Кстати, осталось кое-что на День Валентина. Уже сейчас на сейле 70%, 75% офф продается. Ничего приличного не осталось. Всякая ерундистика. Да, а тут уже все пусто. Кстати, вот здесь продается этот краска для покраски яичек. Надо сейчас покупать. Потом точно ничего не будет. У меня, в принципе, есть краска. Уже она у меня пару лет в нормальном еще состоянии, в принципе. Да-да, какое-то что-то такое необычное. Что взять одну? Just add rice. Добавь рис. Как это? Оно получается вот с такой текстурой. От риса, наверное. Как интересно, как это работает. Ну, попробовать. Возьму такую. Ну, здесь еще есть вот такие. Ой, какие красивенькие. А, ну это просто блюзки, которыми надо яички посыпать. Это, конечно, такой будет месс, бардак. Особенно, если это Матвей будет делать. Так, здесь еще есть вот какие-то такие прям глянцевые. Клёвые вот эти прям такие шайни получаются, блестященькие. Возьму. Может, в этом году уже попробую Матвея немножко тоже включить в это занятие. Потому что Матвей у нас такой мальчик, что надо как-то с ним... Прям очень внимательно все это делать. Какие хорошенькие. О, смотрите, какие красивенькие яички. Макс у меня, в принципе, яйца красил со мной, наверное, с годика. У нас прям традиция была, мы фотографировались каждый год. Матвею вот уже 3-4 будет в этом году. Я его еще ни разу не включала в наше это занятие, потому что эти яйца, эта краска, мне кажется, будет... Только бы не на потолке, хотя, может, и на потолке тоже будет. Вот. Но в этом году попробую. Попробую уже его немножко приобщить к этому делу. Посмотрим, как пойдет. How do you think it's gonna end? Nothing that they could do, nothing that they could say, nothing that they could do. Честно, не знаю, как это называется, но... У нас папа сегодня опять. Шеф-повар. Сделал курочку вот этих маленьких. Очень понравилось. Мы и решил сделать много курицы вот в такой большой. Съели ее за 5 минут. Да. Что мы... Я не знаю, как это какой материал? Это глина. А, глина. Это глиняный горшочек. Глиняный, да, глиняный горшок. Угу. Так, чуть-чуть лука надо побросать.
Вот так. Угу. Потом я... Что я делаю? Я уже замариновал курочку. Так, теперь что мы бросаем? Курочку сюда. Вот так. Она во рту тает. Тайл. Курочку сюда. А что мариновал? Мариновал вот соль, перец. Это у нас паприка. Угу. Это у нас дил, как сказать? Сухой укроп. Сухой укроп и турмерик. Угу. Все? Куркума. Куркума. Все. Лук. Теперь я делаю картошечку и морковку. Только горшочек глиняный должен быть. Да. Картошку. Подожди секундочку. Я сверху еще чуть-чуть сделаю вот так. А потом я люблю бросать чеснок сверху, чтобы когда томилось, он прям сок будет вот вниз идти. Вот так. Еще сверху немножко соль, турмерик, паприка. Так, сверху чуть-чуть. Как? Укроп. Укропчик. Перчик. Все. И лук сверху, чтобы... Нажимаю, чтобы сок выходил. Все. Я вот так все кладу. Сверху я наливаю чуть-чуть маслом. Музыкальное сопровождение. Закрываю крышечкой. Я ставлю на 1,5 часа, 2 часа и уже... 385 это... 308... 300... Где-то 100... 100 сколько? 190 градусов. Где-то вот так, да? Где-то так, 200. Да. Ну, потом ты можешь посмотреть. 380. И в духовку. Всё. 2 часика пусть стоит, да? 2 часика, да. Всё, потом, когда приготовится, покажу. Ну что там, готово? Я сделал 2 маленькие, вот этот. А 2 маленькие зачем? С мясом? Это с мясом сделал. Сейчас. Это мясо. Пахнет. Это барашка. Барашка. Покажи. О, горячее. Вы не представляете этот запах. Он стоит, мне кажется, даже на улице. Okay. А ну посмотрим, как курочка разварилась. Смотри. О, я обожаю, когда курица так разваривается. Она прям разварилась. Смотри, кусочки. Очень красиво. Вау. Чё, кушаем? Нет, мы уже кушали сегодня. Вот такой вот обед у нас сегодня. Я что-то сегодня вообще вам ни разу не показывалась. Первый раз во влоге мелькаю для того, чтобы попрощаться. Потому что влог у нас уже, наверное, затянулся. Не знаю, сколько там уже получилось. При монтаже посмотрим. Хотела напоследок вам рассказать про вот эту тушь, которая у меня пришла в бьюти-боксе от Benefit. They are real. Я ее немножко забраковала. Говорила вам о том, что пробовала... Вот эту травел-версию маленькую пробничек мне вообще не понравился. Я, конечно, погорячилась, потому что тушь, девочки, обалденная. Я ее не могла понять на травел-версии, на маленькой, потому что там кисточка получалась вот такого размера, и ужасно неудобно было красить. А когда большая полноценная кисть, сама по себе тушь, ее качество просто обалденное, девчонки. Ресницы живые, огромные. С одного слоя, вот всего лишь с одного нанесения, они прям вот такие стали длинные. Мне понравилось, вот прям что-то я погорячилась, захейтила немножко ее сначала. Прям супер, я очень осталась довольна. И она, вот именно у нее разновидность, they are real magnet. Вот, есть даже магнитик вот здесь, как подкова такая нарисована. Топ просто, девчонки, советую. Очень классная. Только не берите пробник, вот этот маленький, потому что он бестолковый. От него вообще ничего не понятно, никакого толку.
И кажется, что она вообще ничего не делает, потому что кисточка получается огромная, больше, чем сам тюбик. И очень сложно прокрасить, потому что ручка у кисточки очень короткая. А с полноценной ручкой просто супер. Еще хотела показать, меня просили поделиться отзывом на вот этот тоник, который я показывала, грязевой вот этот, с грязью. Просто обалденный тоник. Мне очень понравился, очень зашел. Он пахнет точно лакричной конфетой. Знаете, вот эти черные конфетки. И его, когда наносишь, он так охлаждает, такое, знаете, как будто бы вот вы ментолом каким-то намазали. Вот он такой немножко не жжет, не печет. Но вот такое чувство, вы знаете, когда вот вы мятой, например, намажете лицом, вот такое же. Мне очень нравится, очень зашел. Девочки, поклонницы Glam Glow марки, если вы вот этот тоник не пробовали, попробуйте обязательно, очень классный. Мне прям супер зашел. Так, ну что, девочки, давайте с вами прощаться. Благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца, как всегда. Я вас всех целую, обожаю. Вы сами знаете, что делать. Ставьте лайки, пишите комментарии. И мне это будет очень-очень приятно. Ну а мы с вами, конечно же, как всегда, увидимся в следующем ролике. Пока!